Всем наидобрейшего утра. Ставим чай. Будем пить кофе 3-1. Утро начинается у нас с Танюхи. Смотрим Танюху новый видос какой-то. Сегодня у нас загрузка в Первоуральске. Грузимся турбой, не знаю какой. Нужно подъехать, ну, где-нибудь к 9, наверное. Времени у нас по питерскому 4.49. По местному 6.49. 7. Пол восьмого день тронемся, сейчас попьем кофе и поедем. Посмотрим, какая загрузка. И максимально, сколько сможем, поедем в сторону набережных Челнов. До Перми дойдем, наверное, если до той стоянки вообще будет хорошо. Когда с Перми уже утром, спокойно день едем и ночуем, и уже выгружаемся. Приятного чаепития. Доброго утра. Так, ну что, будем запускаться. Я уже вторую чашечку налил кофе. Что-то кофе так прям с утра заходит. Ну, у нас еще просто темно. Темнота. А, сейчас, кстати, посмотрим свет. Давайте отключу от зарядки, чтобы он не дергался у меня. На, смотрим. F10. Эльдар. Так, запуск. Доброго утра. КамАЗ. 9 градусов, 24.1. Смотрите, к примеру, я включаю задний ход. Чик. Пиздец сзади. Вживую надо видеть. Видно все. Вот про эту полосу, как говорил, что ее видно. Класс. А так ты хрен увидишь, он длиннющий. Где там что? Ладно, греемся и поехали. Допиваем чай. Расштариваемся. Погнали. Так, все, мы выезжаем со стоянки с вами. Справа машина отъехала. Слева я тут у каких-то вагончиков вчера припарковался. Но они тоже длинные. Я встал, получилась аккураточку такая длина. Прошли. О, еще у нас какая-то машинка тут. Стоит груз. О, давай ленивца отпустим. Хрен его знает, где мы там будем ездить с тобой. По городу. Да? Да. Все, он у нас отпустился. Надо тут пройти. Пройдем. С ленивцем? Да, уже пройдем. Как он, блин, рычит с утра. Ехать, говорит, хочу, Калек. Поехали. Видим вот с таким вот запасом. Так вот, наш КамАЗик стоит. Хорошо. Куда я денусь, да, скажи? Ищем мусорный бак. Выкинуть мусор. Давай посмотреть. Тут блок какой-то. Прямо 22 километра. Хорошо. Ты меня через город ведешь, я знаю. Я не пойду через город. Так, я пока баков не вижу, ребята. А это уже печалька. Сейчас будем искать. Не вижу ни хрена я баков. Нет, я пойду искать бак. Так дело не пойдет, мне надо выкинуть мусор. Я ж не буду, блядь, с окошка хуярить. Пошли узнаем, где у нас бак, выкинем. Готово. Я, блядь, курточку одел. А я видел, что он вчера вот на этой тележке катал, парень, мусорные пакеты. Я туда в тележку положил, там еще один лежал. Пакетик. Давай на разворот и погнали. Сегодня. На кольцевую вперед. Так, ну что, я как всегда всех обзвонил. Димасика разбудил. Димасик говорит, бля, спасибо. Я говорю, что? А у него это 6 было времени. Он говорит, прозвенел будильник 3 раза. Я, говорит, лежу. Ну, сейчас буду вставать. И, говорит, уснул. Я его разбудил. Дениска говорит, так, тебе, говорит, как он сказал-то? Штрафной, что-то такое, что
Вчера я не позвонил. Я говорю, сори, забыл. Со всеми поболтали, с Мишаней. Сегодня попробуем стрелкануться с Мишкой вечером. Он едет сюда, на Новосибирск. Доброго-доброго. Все супер, выдвигаемся в сторону Челнов, потом на Новосибирск. Хорошего дня, отличное настроение. А я 3 дня тут был. 3 дня здесь жил. Так вот. Взаимно. С Мишаней стрелканемся где-то по дорожной сети. Мне надо ему штаны отдать, потому что купил, они мне оказались длинными и большими. То есть я говорю, Мишаня, не покупай, я тебе отдам, у меня новые. Потом надо будет за квартиру коммуналку заплатить онлайном. Я не умею, я говорю, Мишаня, мне за квартиру надо заплатить. Он говорит, все, сделаем, не переживай. И все, и выдвинусь я на Новосибирск. Мишка опять на день раньше идет. Сейчас, баем. Либо с Димкой, либо с Дениской попробую состыковаться, потому что на Петербург у нас что-то рейсов нет. В общем, поедем снова покорять Сибирь. Как раз у нас подойдет скоро ТО. Съездим мы с вами сейчас до Челнов, Новосибирск. И в аккуратушку бы до Питера. 50 300 у нас. Получится уже к ТО. ТО делается 60 тысяч километров, ну плюс-минус 5 тысяч. Можно в 55 заехать, можно в 65. Не позже, не раньше. То есть не раньше, не позже. Правильно говорю. Сколько у нас, это я что-то разболтался, 2,4. Сейчас попробуем заехать на газовую заправку, она очень узкая, если нет, то в Перми заедем. Но желательно бы здесь, потому что повезем мы 20 тонн, а Татнефть у нас будет, надо было мне побольше, бля, заправить. А Татнефть у нас будет только аж за Ижевском, первая. Так что Максбет бы на 2 заправках заправится, то есть посмотрим. Так, 1,9, ладно, пойдем за ним. Все, едем на трубный завод, грузимся трубой. Сегодня раздвигаем вверх, сложим, задвигаем и едем. Это по планам, но как всегда у Николая будет какой-нибудь геморрой. Скажут, посмотрим, в общем. Раньше времени не переживаем. Готовимся к худшему, надеемся на лучшее. Вот так. Что, здесь сворачиваем? Нет, рано. Через 1,5 километра съезд. Поверните направо. Хорошо. Город Первоуральск. Повезло, никого. Сейчас мы пробуем заезжать. Блять, а где тут как заезжать? Я хуй знаю. Потом как выезжать. Маршрут перестроен. Так, не понял, как-то же тут и заправлялись, блять. Узкая заправка. Кубы у нас. Заправляемся. Заправка узкая, но мне повезло, что нет, ребята, никого. То есть отсюда я могу выехать, оттуда я хвостом зацеплю. Здесь сейчас я беру немножечко вот к этой дуге, блять. Чуть-чуть. А если рядом стоишь, тут занято, приходится немножко назад сдавать и проезжать вообще по вдоль. Чуть-чуть берем сразу и под уголочком идем. Хвост у нас еще там, где колонки. Доходим до упора, когда хвост выйдет. Вот я почти до упора дошел. Хвост вышел, начинаем поворачивать. Ну и все, вышли. Через 50 метров поверните направо на улицу Талица. Талица. Давай ленивца отпустим. Так. Вы разъехали с ним, Богдановича, блядь. У меня интернета не было, ничего нахуй. Он просто не набрал мне, блядь. Все, и вот разъехали. Так, наверное, пока не будем включать. Загрузимся уже, чтобы груженным на больше. Здесь особо... Да, он поехал, ладно. Разницы нет, потому что тут не 90 идем. Уже загрузимся, включим газ. Ой, блядь. Какашка кривая. Город Первоуральск. Ну, счастливо. Да. Ну, видюхи сами по себе включаются, Ильдарка. Ильдар рассмотрим с утра. Что-то болтает на заднем фоне, ладно. Так, не Ильдар имею в виду, а телевизор болтает, и уже как-то комфортная обстановка. Счастливо, ищем мост. Ну, идем пока по навигатору. Так, почти подъезжаем, такой крупненький заводик, бляха-муха. Посмотрим. Колян, здорово!
доброе утро. Вот вчера договаривался. Так много народу знает. Ладно, попробуем. Короче, заблудился, блядь. Адрес Первоуральский не тот у меня указан. В офис, блядь, привел. А мне надо сам завод. Короче, я объебался. Это не тот был завод, наверное. Там, может быть, хлеб производят. Где катаемся, я хуй знает. Привет местным жителям. Я уже развернулся. Развернулся в лесопосадочной полосе. Нет. Шучу, шучу, конечно. Девчонка симпотная стоит. Скучает. Поехали в Питер, девушка. Я женюсь. Так, тут постоять придется. А где стоять? Вот она, стоп-линия. И сейчас я посмотрю в WhatsApp все-таки, блядь, как-то, может, название вести. А толку-то опять приведет туда. Так, местных будем спрашивать. Ребята, местные есть в канале? Будем спрашивать. Ребят, подскажите, как попасть на трубный завод? Что-что? Как я его искать буду, блядь? А, может, трубный завод вести попробовать? Трубный завод! Сейчас поищу. Давай, давай. О, нашла. Нихуя себе. Ты мне опять офис нашла? Алиска Батьковна, ты мне офис нашла, солнце мое. Мне надо где-то вправо теперь, если я в обратную сторону еду. Так, тогда не гони. Белый забор какой-то, и после забора не запомнил, блядь, влево или вправо. Так, будем опять местных кричать, что делать? Так, сейчас нас подписчик на Тонаре подождет на аварийке, и мы поедем с ним. Он говорит, мне туда же надо. Вот окричался я. Язык до Киева доведет. Не больно? Нет, нормально же, до переезда еще, кстати. Так, а где он у нас? На аварийке будет стоять. Если, ну, если я его в рацию услышал, значит где-то километр, ну, 3, наверное. Посмотрим. Что за труба еще будет, мне интересно. НКТ или просто какая-нибудь большая? Я без конников. Куда развернитесь? Куды? Покатался такой по Первоуральску. Через 200 метров. Вот у нас фонарчик. Мне кажется, с моста надо было вправо. Я ж думал, увижу завод прям. Никто не подскажет, где здесь завод подъедет. Трубный завод тоже ищет? Любит. Так и не расслышал. Поехали. Ну, как всегда, рация. Здесь налево уходим. ПНТЗ. ПНТЗ. Разберись. Трубный завод. Ты вчера на Семенском отдавал? Да. Ух ты, у него реноха новая. Андрюха, он сейчас звонит, блядь, он говорит, вчера вообще нахуй менты начали брать, блядь. Говорит, пошли нахуй эти ветровщики, блядь, нам отдавайте. Они сейчас, говорит, никто что-то нахуй. Ладно. Блядь, там власть меняется, что ли, блядь. Ну вообще, по-моему, носить нахуй, думаю, другому, блядь. Нахуй, да. Пока ничего такого пугающего. Ни машины, никого вообще. Становился идти. Это я в Ренохе ни разу даже не смотрел, что там внутри. Сейчас мы попросим посмотреть, какие там приборка. Это же Volvo, по-моему, выкупила. Или нет, я хрен его знаю. Сейчас посмотрим, что там внутри. О, мусорка стоит. А подойду хоть поздороваюсь. Зазвездили. Да, это у него, по-моему, реноха. Чисто все. Рено? Да, Рено. Привет кому-нибудь. Привет. Привет, Златоусту. Спасибо, хоть подсказал. Да не за что. А я еду
Я развернулся, он это, на Газпром заехал, что кого. Я тоже с той стороны, где ты ехал. Смотрю, ты едешь, знакомая наклейка. Слушай, посмотреть можно, что в ринухе? Тренуха у тебя? Залезай, конечно. Сейчас приборку. Ну а сама панель-то другая? А, ну да, панелька чуть-чуть поскромнее, чем у Вольвы, да? А, ты снова имеешь? Но. Ну, мне кажется, это кабина, как бы 13-я Вольва. Ну, здесь по-другому. Да? Чуть-чуть дизайн, да. Ну, у той пол ровный, да, у Вольвы? Здесь неровный. А у той Вольвы, у новой-то? Да. Не знаю, у новой не сидел еще. Сука. Садись, компьютер. Да, ну, оформляться. Чисто все, прикольно, прикольно. Заебись. Как зовут-то? Роберт. Роберт. Все, документ тоже возьму. Все, пойдем. Сейчас мне подскажут, где оформляться даже. Вот чай зеленый Липтон. Симпатичная такая. И КамАЗ. Ребята оформились. У меня, кстати, тоже фонарик перегорел. А, у меня нет еще одного. Я купил новый такой же, вот, который на скане ставили. На въезде на трубный завод алкотестер стоит. То есть проходишь алкотестер и заезжаешь. Охрану, сейчас досмотр будет. Видишь, я их немножко наклонил. Ну да, да. В сторону там будет. Вон право, да? Так что так, день рождения отметил, к примеру, уже все, хуй сюда приедешь. День рождения было? Нет, говорю, вообще день рождения у кого-то. А утром на загрузку на трубный. И хуй, хуй. Ладно, заезжаем мы. А тебе куда их? Ну вот можно, да, куда-нибудь примострить. Прям сюда вот. А вот сюда вот некоторые ставят. Вот. А, ну да. Сюда. У меня, ты видишь, дырки заводские были. Ну, погнали. На весы, на досмотр и вперед. Да. Выходить из кабины не надо. Вот хорошо хоть подскажут. А то бы я тут первый раз как этот, как валенок бы ходил. Куда? Что? Ау! Так, я тогда стою или могу прям за тобой уже вставать? Надо будет это, выйти, ворота открыть, я не знаю. Ну, они скажут тебе, что кого надо. Рация убавлена была. Сейчас открою. Не вопрос. Я уже фен включил, почему-то настроился, что мне придется ждать. Подождите. Нет, сразу же заезжайте. Как разместить сейчас 12-метровую трубу, я не знаю. Сейчас, ребята, у нас будет весовая. Нужно вот этим пропуском, штрих-кодом куда-то там ткнуть и обратно по этим же весам. То есть мы взвешиваемся. А, еще вылезет какая-то бумажка. Едем грузиться на 8-й склад. Примерно покажу, у меня тут схема есть. Грузимся и выезжаем. Здесь оставляем машину, идем оформляемся. Видимо, дают нам пропуск на выезд, подписывают. И мы выезжаем. Так, времени сколько у нас по местному? 7.30 это по питерскому, здесь получается 9.38. Вот, хотя бы я даже в лучшем плане, да, в обед выехать, чтобы нам проскочить за Пермь куда-нибудь туда. Загадывать не будем. Газом полный, соляркой заправимся после... Камазик, вот выезжать собираешься на канале? А? Ребята, заводу респект. Все покрашено. Лужайка все подстрижена, елочки. Огромный завод, конечно. Так, ищем 8-й цех. Здесь же, получается, металл плавят. Там трубы изготавливают. Такое производство, да? 8-й цех. Вот куда поворачивать-то на него, как заходить? Будем ждать. Ребята, поедем какой-то деревенской дорогой. По деревне, да, наверное? А? Деревня всякая, да? По дороге поедем. Ребята, КамАЗ на батонах. Бля, он смотрится, не просто серьезно. Он деревенский. Бля, вот ты счастливый. Раз заправишься и пиздец. Два бака, да, у тебя? Нет, один у меня. На сколько он? На 2000 мне его хватает. А литров сколько? По документам 695. Mm. Ну, тоже стол. А, все, вон все светится. Небись. Все, ребята, загрузились, получили бумажки, поехали на весы. Усюва. Поехали получать бумаги. Поедем мы через какие-то
деревне. В общем, я даже не знаю, где мы поедем, так что нам нужен магазин. На всякий случай продуктами затариться. Тушняк есть, если что. Вода тоже вроде есть. И табак. Я в такой ямке стою неприятной. Опа. 20 тонн. Чуть меньше получилось даже. Блять, какая тут яма неприятная, ребята. Забрался. Все, сейчас на весовую. Да, на весовую и на выезд. И поедем. Принял. Все, Юр, там увидимся. Мы еще с Юркой тут познакомились. А, цена выключена. На месте уже увидимся. Завтра у нас день водителя, но мы работаем. Нам надо доехать до конца. Заехать на базу. На базе уже зашвартоваться и выгружаться. И новость такая, ребята, я снова поеду в Екатеринбург. Нет пока, видимо, рейсов, то ли меня гоняют так. Потому что, скажешь, кто у нас не пиздит? Не ругается. Чего вы мне постоянно даете Екатеринбург? Николай. Ну давайте тогда, раз он молчит, будем его отправлять во всякие дырявые места. В плане, не в плане дырявые, а в плане того, что километраж тут не наматывается. Тут больше времени тратишь на выгрузки-загрузки. А хочется-то прямым куда-нибудь загрузиться. Допустим, на Новосибирск. С Питера на Новосиб. Хуяк. Сразу километраж. Никаких загрузок, никаких выгрузок. Просто едешь. Оттуда. Хуяк. Опять там тысячи на 4. А у меня получается 700 я проехал. 2 дня в Екатеринбурге. Сегодня до Первоуральска дошел. Загрузился. Завтра 700 еще пройду, опять там 2 дня. Потом опять 700 пройду 2 дня. Короче, грубо за неделю, если у меня получится 2500 километров, это хорошо. Но это мало, ребята. Надо, чтобы я за неделю 4500. Это было бы хорошо, конечно. Так, прямо поедем. Ну ладно, производство есть производство, ничего страшного. Кирюха сказал, что еще раз на Катю сходишь и на Петербург поедем. Ладно, если мы на Петербург поедем, я уже месяц дома не был, то пару дней возьмем выходных. Там подкопились дела. За квартиру заплатить. За квартиру онлайн заплатим, ничего страшного, да? Да, и погуляем. Немного по Питеру нужно будет погулять. Все-таки зацепить осень питерскую. И можно в зиму вступать. Поехали, счастливой дороги. Сейчас мы с вами посмотрим, сколько у меня груза, кстати. Сейчас взвешиваюсь. Погнали. Как много ребят тут узнают. Ты специально, да, меня перегородил? Блядь, ну там, все тебя увидеть хотел, блядь. Поздоровался с тобой, блядь. Вы что, я уже на трубу? Давай, вот тебе, ты пьешь, я знаю всех, там, всем подписчикам, всем привет. Цемпоцами, модный такой. Медовским пацанам с завода, медовским пацанам, медовским. Всем привет. Спасибо, спасибо. Спасибо. Только посмотрели видосы, а ты встретил, я тебя утром видел, ты заезжал. Я думаю, по привету кому-нибудь. По привету кому-нибудь. Так что вот, что, все, выезжаешь? Да. Так привет кому-нибудь. Привет, да, всем родным, всем коллегам. С наступающим праздником всех. Вот, тебя также и всех водителей с наступающим. Сегодня выложу тогда, что с наступающим. Завтра будет. Сейчас Коляну объясняем дорожку. Я поеду вообще через какую-то. Дружинина, это пост ГАИ. Где вы ночевали с Мишаней? Ага. Понял, где? Вышли. Там ухожу? Нет, дальше чуть проезжаешь, и у тебя указатель на Нижний Сергей на мост. Так давай я проложу. Нет, так, я все проложил. Все, вот это все. Это, вот, видишь, Нижний Сергей? Но. Там объездная, как бы пойдешь рядом. Все, свернешь и пошел по этой дорожке. Она ни движения, никого там вообще. Дойдешь до Аркей. До Аркей там тоже нельзя. Я проложил дальше, да, получается? Ты... Арти, направо кольцо, ты на кольце прямо в гору поднимаешься. В гору поднялся. Так, подожди, не там. Вот. Правильно, ну да, вот кольцо вот прямо. Вот кольцо, ты на нем в гору поднялся, едешь. Вот так-то вот он прокладывает вот посюда. Это ты снова выйдешь на Красную Фин сюда. Но. Как бы смысла нету, можно уйти по вот этой на дороге, эту дорогу, да. И вот по этой дороге ехать. И ты выйдешь на Большую Тавру, Малая Тавра.
Ну там как бы... Да-да, я знаю. Через Тавру, конечно. Я не... Калёня, ну там указатели. No name. Куда? Указатели, указатели. Вот здесь все. Вот. Я забываю тут же все. Бараба. Ты сейчас мне сказал... Бараба. Слово. Баба. Да, тут будет через указатель, раз. Типа грузовикам запрещено, вот через саму деревню. Mm. Тебе надо вот здесь зигзаг выписать и вот сюда подняться. Нет, а вот как же с проложенной, я так проеду, мне так будет проще, чем... Ты это я тоже... соберу все знаки, поверь мне, потом буду где-нибудь откуда-нибудь. Смотри, куда ты выйдешь опять. Вот я проложил, пойдет же вот. Так? Это вот... Не, мне туда не надо. Это тебе туда не надо? Ну ты можешь так, но это как бы тебе зигзаг. Ну можешь так, легко вообще, ничего страшного, можешь так ехать. Она получше, потому что там, говорят, хуевенько, вот где ты мне сейчас первый раз показываешь, да? Ну она нет, ее сделали, да? Отремонтировали. Нормально. Ну сейчас тогда разберемся, сейчас, ребята, поедем как-нибудь. Все, мы погнали с ребятами на Тонаре. Не, ну мы тоже на Тонаре. У нас Тонар шторка. Они пустые, я так груженый. Ну тихонько. Вот Первоуральск встретил. Настроение подняли. Счастливой дороги. Короче, мы поедем сегодня по интересной дороге. По крайней мере, для меня она будет интересна, потому что что-то новое. Я что-то новое безумно люблю. Смотреть деревушки, магазинчики местные, где-нибудь зайду, затарюсь. И буду кайфовать. Стемнеет, стану. У меня завтра, ребята, весь день ехать. А я уже, по-моему, говорил. Да. Ну, поехали, Камазик.